Осторожно! Перетягивание каната согревает и поднимает настроение. В воскресенье в сквере мастеров состоялся праздник зимней забавы. Приурочен он был ко Всероссийскому дню снега. Воспитанники спортивных школ города бросали снежки в корзину, ездили на одной лыже и на ватрушке. Чтобы дома не сидеть, выбраться на свежий воздух, вспомнить, как это в команде вообще работать. 10 команд, в каждой по 5 участников. Все спортсмены, не привыкшие уступать. Девочки из конной школы до последнего не отдавали победу мальчишкам-борцам. Самым сложным, наверное, тянуть канат, ну, между вторым и первым местом. Потому что мы с борцами были. Вот. Но они сильнее нас, как бы. И они тянут лучше, чем мы. Зимние забавы – это стартовое мероприятие в рамках фестиваля «Выходи гулять». Проходить он будет каждые выходные в общественных местах Иваново. Информация будет на сайте администрации, будет размещена график программы этого фестиваля. И каждый из жителей города может посмотреть, какое мероприятие ему интересно, прийти сюда для того, чтобы весело и творчески провести свои выходные. Сами, со своими семьями, со своими родными и друзьями. Так что теперь есть смысл более внимательно следить за новостями на сайте администрации, чтобы не пропустить, когда выходить гулять. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.